Всем привет, дорогие друзья! Я Николаева на канале Пресс-Старт. Сегодня я обнаружил такой вот забавный баг или глич. Короче, как можно быстро нафармить себе денежку в этой игре, ну как денежку, запчасти в этой игре, чтобы как бы ни в чем себе не отказывать, быстренько прокачаться. Хотя, в принципе, эта прокачка-то ничего кроме как силы энергоблока, чтобы брать импланты, не дает. Ну, еще, естественно, на крафт как бы денежки идут эти самые. Вот, сегодня я покажу довольно-таки забавненький баг. Просто следите за мной, я буду по ходу дела объяснять. Примерно здесь. Делаем так, чтобы нас тут убили. А вот у меня сейчас при себе примерно миллион. Да, я чуточку пофармил. Ну, как бы, почему бы и нет. Примерно миллиончик у меня, чуть больше, там, 1 040 000, что ли, этих деталей. Да, я знаю, что огромное количество это деталек здесь. Потому что без них, ну я казуал, без них как бы там следующий уровень пройти просто практически невозможно, но очень сложно. Опа, все. Нас убили, это хорошо. Почему здесь? Здесь все идет по кругу, довольно-таки все это быстро делается, и как раз хватает, скажем так, противников для этого. Сейчас я объясню для чего. Вот у нас появился таймер, 2 минуты 30 секунд. Чтобы поднять наши запчасти, кровно заработанные. Ты что ж такой медленный? Так, ну а что мы теперь делаем? Мы идем в круг. Бьем вот этих. И когда мы убиваем противника, нам добавляется 20 секунд к этому таймеру. О, владение оружием прокачано. Хорошо. Наша основная задача это не быть убитым и поднять этот таймер. Блин, не быть убитым, да, тут может быть иногда проблематично. И поднять этот таймер до отметки в 5 минут. Потому что после 5 минут, если мы именно конкретно на таймере будет больше 5 минут, и мы подберем свои кровно заработанные детальки, они увеличатся наполовину в объеме. То есть, грубо говоря, сейчас я потерял 1 000 000 деталек. По идее, 1,5 миллиона должно быть у меня сейчас. Когда я подниму, главное довести таймер. Вот уже 4 минуты есть. Надо все это делать быстро. Но, кстати, быстро не всегда получается, потому что расходует энергию бег. Вот, мы идем, естественно, как можно быстрее. Потому что 4.15, это значит, трех монстров надо будет убить. Вот так мы их рубим. Нарубаем в капусту. Иногда бывает, что прицельчик начинает подглючивать. Но это ничего страшного, но иногда, правда, очень сильно злит. Так, у нас 14.36, 4 минуты 55 секунд. Хорошо, все хорошо. Пока что идет все по плану. Так, 5 минут 06, да давай уже добиваешь, ходишь там. 5 минут 06, вот, главное держаться отметки. Сейчас мы вот этого быстренько убьем. Вот так вот, вот. Все, 5.15, мы бегом, 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 бежим сюда. И поднимаем уже 1,5 миллиона этих деталей. Вот такой вот довольно-таки, я не знаю, правда ли это так задумано игрой или же нет. Но факт остается фактом в том, что если больше 5 минут лежат твои детальки потеряны, они увеличиваются. Ну, скорее всего, раз я играю на PlayStation 4, то, скорее всего, именно так было и задумано разработчиками. Не знаю почему, зачем и для чего, но в этом что-то есть. Так что вот так, дорогие друзья, если кто-то захочет поиграть в эту игру, и у кого-то будут возникать такие же трудности и боли под стулом. О, все меня прекрасно поняли, это Dark Souls игра. То можете смело воспользоваться этим багом, этим гличем, называйте как хотите. Я называю это фишкой игры. И вот у нас теперь есть 1,5 миллиона, чтобы прокачаться. Естественно, если мы пойдем с 1,5 миллионами, мы получим на 750 тысяч больше. Так можно, я так понимаю, хоть до бесконечности. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь. Если понравилось видео, ставьте лайки. Всем до новых встреч, друзья. Всем пока.